Рекомендую вам новое общественное движение, которое называется просто и коротко «Свет». Его участники предлагают перезагрузить современное общество и государственную машину в соответствии с психологией человека, используя последние достижения научно-технического прогресса, а также соционики. «Свет побеждает», ну а мы начинаем. Здравствуйте, с вами я, Blacks Infinity, и сегодня мы с героем видео «Бутылкой воды». Justice League, привет. Будем смотреть трейлер «Фантастических тварей и где они живут». Это фильм не про наших локализаторов. В общем-то, сегодня день, когда выйдет куча видео, и вы меня не увидите вплоть до октября. Ладно, я шучу, увидите еще, конечно, что там. Просто видео сегодня дохера будет. На радость вам, потом уйду в запой. Ладно, давайте посмотрим. It was like a ghost. Как призрак. I saw its eyes. Я видел это глаза. Shining white eyes. Белые глаза. And it dove down underground. Они смотрели вниз. Снизу. Графен. Колин Фаррелл прекрасен. The strange things going on. Ух ты, Нью-Йорк. Behind this are not like you and me. There's a hidden society. It goes back centuries. Я Феникса сзади увидел. Yesterday, a wizard entered New York with a case. A case full of magical creatures. And unfortunately, some have escaped. Кто-то сбежал. Teeny, he brought men home. That's Mr. Scamander. He's lost something I'm going to help him find. We're going to recapture my creatures before they get hurt. They're currently in alien terrain, surrounded by millions of the most vicious creatures on the planet. Наконец-то твари показали. От писательницы J.K. Rowling. Блин, мурашка пошла от музона Уильямса. Terrorizing no mages. When no mages are afraid, they attack. Contain this, and it'll mean war. Put this on. Why would I have to wear something like this? Because your skull is susceptible to breakage under immense force. Wow. Да. Можно не так жестко снимать. А, зеленый экран палится жестко вообще. Че у них с графоном не так? Алло! Где графен? Я хочу быть волшебником. Не, они, конечно, хорошо сделали, что Хедвиг Зем оставили. В ноябре, да, знаем мы. Не, ну, в принципе, что я могу сказать про трейлер? Трейлер, на самом деле, хороший. То есть, мне он понравился. Конечно, графен, вот видно, что графен сильно проседает. Я не знаю, почему. Вот, согласитесь же, что графен здесь очень как-то сильно проседает. Видно зеленый экран, как они стоят на нем. Какие-то там, ну, я не знаю, в чем проблема. Warner Brothers, в чем проблема? Денег не хватило, закончились. Надеюсь, вы пофиксите это, а то будет немножко обидно. Очень немножко обидно, понимаете? Вот, но, в принципе, в целом, музон Хедвиг Зем очень сильно вытягивает этот трейлер. Они правильно сделали, что, наверное, как-то сохранили музыку старую. Не знаю, но пока выглядит актеры топовые. То есть, это наш любимый Эдди Редмейн. Там будет Эзра Миллер еще. Там будет Колин Фаррелл. Колин Фаррелл вообще топовый актер просто. Не знаю, как это сказать. В общем-то... Вот такая вот троечка нас ждет. Там еще телка какая-то, я не помню имя. Вот так вот. Сори. Сори, что не помню твое имя, если ты смотришь это видео. Ну все, ребят, с вами, короче, был я, Blacks Infinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. А также ждите новые видео. Сегодня их будет много. Их будет много. Следующее видео на Легион. Сериал от FX и Marvel.